Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Альтернативная История, меня зовут Сергей, и сегодня у нас небольшой 2-3-минутный гайд о том, как играть в Hearts of Iron 4 или же в Хойку 4 на ПК, вот такую прекрасную стратегию от студии Paradox. Итак, друзья, начнем мы с того, что мы выбираем сценарий в 1936 году, когда все только начиналось, и у нас есть способ изменить ход истории, там разные альтернативные сценарии, наподобие свержения Гитлера, деколонизация Великой Британии, или же там фашизация Советского Союза и США, ну, в общем, вот такая альтернативная вещь. И когда у нас уже, конечно же, 39-й год, за 2 недели до начала Второй мировой войны, где также есть у нас возможность изменить ход истории, то есть отдать восточный Дацинг Германии, играя за Польшу, или же Германии не начинать Вторую мировую войну. Итак, друзья, когда вы определились с выбором, вот большим выбором стран, конечно же, я буду играть на данный момент на примере Третьего Рейха, тут важно вам, конечно же, самое главное, это поддержка вашей внутренней политики и это поддержка, как бы вы ни хотели, вашей армии. Потому что рано или поздно, или же по вашему желанию, или же по желанию там фокусов выбора, или же по желанию компьютерного интеллекта, на вас могут напасть, так как период нестабильный. И главная задача — это у вас, конечно же, технологии, выбор нужных технологий. Я бы вам порекомендовал, конечно же, укреплять пехоту, роту обеспечения, бронетехнику и машиностроение, промышленность. А все остальное — это по желанию. Конечно же, сухопутная доктрина была бы очень важна, но играя в Hearts of Iron 4, я в первую очередь концентрирую свое внимание именно на пехоте, бронетехника, сухопутная доктрина на выбор, машиностроение и промышленность. Вот такие 5 китов, играя в технологиях, помогают мне побеждать разных своих соперников и врагов в Hearts of Iron 4. А потом, после того, как у вас решена задача и с технологиями, желательно, чтобы у вас было больше фабрик. Стройте, друзья, фабрики. Это главная задача в 36-м году, когда, играя в 36-м году за европейские страны, вам нужна фабрика. А потом военные заводы для того, чтобы, друзья, в первую очередь на военных заводах было разное снаряжение, выпущались боеприпасы, выпущались разные танки. Ну, в общем, все то для того, чтобы поддерживать вашу армию. А как решено эти два фактора, свободные военные заводы, у нас есть на данный момент 8 свободных военных заводов, пехотное снаряжение, которое мы максимально прокачиваем, и дополнительное оснащение. Также стоит внимательно изучить вопрос с артиллерией, которая должна была бы быть в вашей армии, и легкими танками, плюс с автотранспортом. Если вот такая вещь, как пехотное снаряжение, дополнительное оснащение, артиллерия, легкий танк и автотранспорт у вас есть, на первых порах это самое главное. Это самое главное, играя за европейскую любую страну, потому что от этого зависит ваше будущее, ну, будущее вашей страны и эффективность компании. Что касается конвоев, то в первую очередь, если у вас их нет, то вы должны производить конвои для того, чтобы в будущем торговать за разные ресурсы, которые в данный момент вот у нас нехватка резина. Мы попробуем взять в Голландии резину, и таким образом конвои, нажимая при старте, подписываем договор, и с нами вот подписывает договор Голландия, что дает нам очередь избежать дефицита резина и налагодить свое производство внутренней такой политики, внутреннего промышленности для снаряжения. Что касается наших дивизий, также очень важно, это у нас есть 4 пункта: подкрепление, перевооружение, операция, гарнизона. С каждым пунктом вы можете, друзья, отдать приоритет. Пока что я все делаю только на стандартах и всегда стараюсь 3 дивизии, вот такие: пехотная, танковая и моторизированная дивизия, производить для полях и для эффективного сражения в будущем Hearts of Iron 4. Это у нас есть, и самое главное, это, конечно же, друзья, фокусы. А для каждой из стран фокусы есть свои уникальные и необычные. То, как вы выберете свои фокусы, зависит по сути и все строение альтернативной истории в Hearts of Iron 4. На первых порях в 36-м году я бы порекомендовал вам делать фокусы, которые укрепляют внутреннюю политику, политику там вашей партии, или же демократию, или же соседние страны, альянса. Ну и уже когда начинается у вас настроиваться хорошее снаряжение, то есть у вас военные рейсы идут на максимум, то есть снабжение идут по максимуму, вы должны вот по фокусах, так как играя на данный момент за
наша Третій Рейх, проходити такі політичні фокуси, як ремілітаризація Рейнської зони, или же наоборот, свяження Гітлера, і продовження откатки за історичність Харцфарен 4, та аншлюз Австрії, антикомуністичний пакт, ну і інші фокуси, які є і були в реальному часі. Ну що ж, друзі, слідує і не забувати про стройку, у нас є, це у нас є, також логістика. В даному факторі ми бачимо, що ж нам не вистачає у даний момент, це автотранспорт і легкі танки. А логістика хороша тим, що після того, як ми узнаємо, що нам не вистачає, ми можемо змінити пріоритет. Змінити, друзі, пріоритет нашого производства страна, так як це дуже важливо в ігре, грає в Hearts of Iron 4, для того, щоб не було різного дефіциту оснащення нашої армії. От такими пунктами ми немножко змінюємо пріоритети внутрішньої політики, забираємо от піхотного снаряження, додаємо до танків і автотранспортного снаряження, і со временем, через один місяць, у нас обновлюються дані по даному пунктику. От по даному пунктику, який в будущем дає нам можливість змінити так званий ход снабження. Це дуже полезна функція для того, щоб ваше снаряження, ваш набор різних дивізій був максимально ефективним, і за коротке время у вас появились нові дивізії на полях сражения, когда, конечно же, у вас йде війна. Ну що ж, друзі, також не слід забувати про розвідування агентства. Тут у нас різні агентури, а таким образом ми пробуємо создати свою агентурну сеть, потом у нас появляться різні агенти, з помощью которых у нас буде контррозвідка, или же там з помощью наших нових агентів засилаємо їх в стайну врага, исследуємо їхні плани, крадемо чертежі, нарушаємо їхні воєнні плани, ну, в общем, так, як і в реальності є. Рішення, які також впливають на нашу, по суті, кампанію, це потреба Тюнгландії наростити торгове впливання з Германією, у нас даний такий доступний. Звісно, відмінити векселя, грає за Германію, і різні рейди проти демократів, комуністів. А за кожну країну такі рішення є унікальні і по-своєму дають різні функції. Ну що ж, друзі, грає в нас за Hearts of Iron 4, не забуваємо, якщо ви вперше раз прийшли на дану ігру, или же зайшли в дану ігру, не забуваємо про технології, що саме головне, строїтельство, фокуси, производство, логістика, набор різних і поповнення різних наших дивізій, контрагентура, или же розвідувальні дані і дипломатія. Дипломатія дуже важна, но в даному случае тільки допомагає в 36-му или там 39-му году способ, конечно же, торговать с разными странами. Ну что ж, друзья, небольшой такой 5-минутный точно гайд, или же там больше. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Если вам будет интересно подробнее узнать о Hearts of Iron 4, или же как там играть, пишите в комментариях, пишите также, что хотели бы вы видеть вторую часть. На данный момент всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.